Вот эти лоферы получили повтором, мы их вам уже показывали. Сейчас на них Davos пришел, все размеры снова в наличии. Девочки, кто спрашивал, пишите, звоните, номер указан. Реально очень ходовая колодка, мы ее просто продали буквально за неделю, очень долго ждали на нее повтор. Чем она так нас зацепила? Ну, во-первых, натуральная замша, а во-вторых, она очень мягкая, в-третьих, у нее шикарнейшая стелька, она мягчайшая, плюс еще там она идет анатомическая, то есть все вот это, все вот эти выпуклости, они очень хорошо чувствуются. А натуральная кожа, она идет по периметру, хорошая подошва, но несмотря на то, что здесь подошва, она такая достаточно не тоненькая, они очень легенькие, невесомые. Как садятся? На мне 39 размер, это мой размер, вот, девочки, честно говорю, у меня очень худая нога, подъема практически нет. На мне лоферы, вот честно скажу, у меня в жизни не было ни одних лоферов, потому что они на мне просто не садятся. Вот эти первые лоферы, которые мне сели, то есть без никаких шнуровок, без никаких других каких-то элементов, да, где можно их подтянуть. Вот это село мне просто идеально, вот как заиньки. Вот это лоферы я их себе забираю. Садятся просто идеально. По длине они мне четко вот здесь соответствуют. Вот здесь у меня ничего абсолютно не провисает. Поэтому вот эти лоферы, они шикарно садятся на худенькую, либо на стандартную ножку. Цена на них не изменилась. Как было, так и осталось. 6700. Размерная сетка с 36 по 41. Но, девчонки, они просто реально, они шикарнейшие.